Счастливые 70-е. Светлая, яркая, добрая, мелодичная музыка вторглась на территорию Советского Союза, и советский народ на минуточку перестал строить коммунизм и стал слушать песни Аббы, и так началась Абба-мания в СССР. У нас об этом был сделан большой спектакль в Октябрьском зале. Кто интересуется, может посмотреть в Ютьюбе. Так и называется «Абба-мания Original Russian Show», русское шоу. Вот. Напоминаю, что нам нужно готовиться к новогодней ночи, а новогодняя ночь принято не спать. Шампанское, наоборот, вызывает сонливость. Поэтому предлагаю пить кофе новогоднюю ночь, и этот напиток самый лучший. Сегодня здесь презентует фирма «Савин Кофе». Кто уже попробовал, я вижу просто по глазам, они горят. Ну, а Марина тоже выпила чашечку кофе за кулисами. И сейчас она появится на этой сцене. Ну, не удивляйтесь, это костюм в стиле Абба, который сделал личный модельер группы Абба Уве Сенстрем.